Весенний сюрприз для своих зрителей подготовило агентство «Хабар». Это новый историко-биографический клип в исполнении казахстанских звезд. Песня посвящена 175-летию Абая и празднику Наурыз. О новом проекте расскажет наш корреспондент. Эта песня звучит как призыв к развитию и процветанию, к добру и созиданию. Ум, сила, сердце. Держи равновесие. Все это делает тебя полноценными. Эти слова великого Абая взяты за основу в новом клипе. Тем самым авторы хотели подчеркнуть, что человек всегда нуждается в открытом, добром сердце. Это степная философия казахского народа. Цель этого проекта – поддержать наш народ. Сколько испытаний пришлось пережить в Великой степи – это мы знаем из учебников истории. Об этом нам рассказывали наши деды. Но ничто не сломило дух наших предков. Они оставили нам в наследство огромную территорию – казахскую землю. А главное – неоценимое духовное, культурное наследие. Слова новой песни написали Рустем Каиртайулы и Мухтар Ниязов, музыку Абдижапар Алькожа. А исполняют ее Турегали Туриали и Абдижапар Алькожа. В клипе они предстанут в образах исторических личностей. Юбилей Абая будет праздновать весь мир. И все мероприятия пройдут под эгидой ЮНЕСКО. Абай как путеводная звезда для многих. Каждое его слово – большая мудрость. С ним не заблудишься в этой жизни. Новый клип можно смело назвать маленьким историко-биографическим произведением. Он охватывает путь казахского народа от Голодомора до дней нынешних. Александра Салмина, Маура Сбаева, Кенжи Амраев, Алматы, Хабар 24.